Ноябрь радует теплом. Скорее на прогулку к фонтанам. В Екатерининском парке они будут работать еще неделю. Там же появилась необычная кофемашина с картой и красотами Приднестровья. Любите путешествия и кофе? Добро пожаловать в Екатерининский парк. Тут для любителей тревел-приключений целая кофемашина. И стаканчик ароматного кофе, и маршрут движения дальше. Вот карта Екатерининского парка. Екатерина, Суворов, озеро с лебедями. Выбрали локацию, двигаемся дальше. Еще одна новинка – электронная библиотека. Здесь несколько десятков книг. Разные направления, жанры, авторы, от классики до современности. Выбираем книгу, например, «Алые паруса». Всего несколько кликов, и увлекательное времяпрепровождение обеспечено. Какое произведение? 1984 называется книга. Оруэлл. Да. Почему именно это? Хотела ее почитать, но еще не дошла, чтобы купить. Должно быть как можно больше таких мест, потому что дети сейчас очень мало читают. Поэтому, вот, по крайней мере, моих детей это заинтересовало. Но это очень прикольно, это, скажем, такой шаг в будущее. У фонтанов по-прежнему много людей. Кажется, они хотят успеть насладиться водной феерией. Через неделю фонтаны законсервируют на зимовку. А пока время для фотосессий. Радует глаз, потому что красиво листики падают, и фонтанчики работают. Красивый вид. Попутешествовали по парку, снова к необычному гиду. Здесь, кроме карты Екатерининского парка, есть карта и всего Приднестровья. И, конечно, подборка самых интересных достопримечательностей. От Каменки и до Днестровска. Среди таких храмы и монастыри, парки и скверы, скалы и штольни. Есть даже пасека в Шипке или вот виноградники в Строенцах. В общем, место по душе себе найдет каждый.